харьковский Виктор Цой, Земфира, Шнур и другие знаменитейшие персонажи на продолжающемся в пробке открытом чемпионате Харькова по живому караоке. Уже который год самые талантливые харьковские фаталисты пробуются здесь, на профессиональной сцене пробки. Все подобные проекты, попытки в Харькове загнулись. Их было миллион. Даже было некое подобие моды в свое время на такой формат. Ваш чемпионат живет. То есть... Музыка просто живая. То есть самым оказался стойким и профессиональным, наверное, да? Вот за счет чего, почему, как? Ну, что тут думать? Все очень просто. У нас, во-первых... Не, ну кроме того, что мы все самые тут собрались. Нет, это понятно, даже не обсуждается. Я думаю, что основная причина, у нас классные спонсоры, которые постоянно нам подбрасывают всевозможные призы, подарки. Вот. Огласите весь список, пожалуйста. В первую очередь, Red Cat, конечно, судя по бейсболочке, мы это видим и знаем. А также ювелирный дом Карат, Колабус, туристическая фирма и масса-масса других. Я обещал зрителям Цоя сегодня, и вот будьте любезны. Мне кажется, что люди с большим энтузиазмом принимают тебя. Это хорошо, мне нравится, что воспринимают. Значит, пою, в принципе, неплохо. Цой мне очень нравится. Цой, вот очки же он не носил. Мне кажется, что тебе лучше без очков выступать. Не, ну это будет вообще полный плагиат тогда Цоя, мне кажется. Как? Думаю, что мы будем удивлять и дальше, и, возможно, караоке все время будет приобретать какие-то новые грани интересного. Иначе это действительно, как ты сказал правильно, превратится в какой-то застой, и это не будет никому интересно. Поэтому мы постоянно что-то придумываем. Если я захочу спеть, возьмете меня? Мы ждем уже это 4-й год. Что, серьезно? Все уже, я тебе скажу по секрету, уже даже руководство, администрация уже поставили ставки. Споет все-таки Орлов в живом караоке или нет? Мы тебе даже купили розовый микрофон. Хорошо, хорошо. Я к юмору отношусь спокойно, нормально. Я, во-первых, хочу телезрителям нашим объяснить, какова форма оценки. То есть публика оценивает всех выступающих, нет никаких профессионалов, которые бы могли объективно, возможно, да? То есть, когда люди оценивают, это всегда субъективно очень, правда? Это тебя волнует? Ну, как сказать? Это вот как президента выбирают. Чем надо, умом или сердцем, как говорится, голосовать? Ну, естественно, сердцем. Но, опять же, не каждому человеку может нравиться одна и та же музыка. Как бы, ну, сколько людей, а почему «Сектор газа»? Ну, вот публика же привыкла там, я не знаю, к Ленинграду какому-нибудь, да? Или какая-нибудь там попса всем понятная. Почему именно «Сектор газа»? Потому что музыку «Сектора» я слушаю лет с 8-9 примерно, и тексты очень жизненные. Ну, мне нравится, близка по духу, скажем так, идейность этого человека, лидера этой группы. Я солдат, не доношенный ребенок, больный я солдат. Мама, залечи мои раны. Я солдат, солдат, забытый богом страны. Я герой, скажите мне, какого романа. Слушай, вот... вот это вот все сцена, популярность. Это же для девчонок. Зачем тебе это нужно? Объясни. На самом деле мне просто нравится петь. Вот. Петь от души. Вот. Никогда вокалом не занимался, но сердце рвется, душа тоже. Не, ну подожди. Подожди. Люди идут в артисты не только для того, чтобы заработать денег, понимаешь? А это призвание для многих стать популярным,
оставить свой след в жизни, правда? Ну, разве не так? Я полностью согласен, поэтому я делаю свои авторские песни. Вот. У меня публика большая, в принципе. Ну, конечно, не в нашем городе, к сожалению. Я буду дальше в этом развиваться и буду просто побеждать. Даже не знаю, что вам сказать. Ну, что-нибудь скажите. Ну, а как бы вам хотелось? Мне, конечно, хотелось бы, чтобы я имела дело и общалась с профессиональным интерьером, вот, с опытом работы от 3 лет, потому что я директор по персоналу и, собственно говоря, сейчас первый раз на таком мероприятии нахожусь. Вы меня смутили и построили вообще. Я буду стараться. Давайте. Я буду стараться быть профессионалом. Спасибо вам большое, спасибо. Да. Вы же зритель, вы не участница? Я не участница, да, я очень плохо пою, я как-то поступала в театральный и не прошла, наверное, только потому, что я пела акапельно «Сила птаха», вот, это было отвратительно, поэтому, да, я не пою после этого. Ты же знаешь, что ты всегда самый почетный гость на трибют группировки «Ленинград». То есть, потому что, ну, твои вопросы и твоя, как говорится, искрометное твое чувство юмора нам всегда нужно на Ленинграде. Я тоже жду, и город ждет. 24 мая. Более того, у нас добавится еще один участник в этом проекте. Это живая скрипка. Поэтому Кольщик будет со скрипочкой. То есть мы уже будем насчитывать 11 человек на сцене. В общем, вам удачи, вот, пива, веселья и вокала.